Друзья, всем привет! Мы ведем прямой репортаж из Mercedes CL65 AMG. И сегодня с Владом мы направляемся на покупку CL63 AMG в дорестайлинге, 2009 год. И едем мы не куда-то там в Московскую область, а в Великие Луки. Это у нас, если я не ошибаюсь, Псковская область. Будет интересно, погнали! Итак, мы выехали из Москвы. Во сколько, Влад, не помнишь? Где-то, наверное... Ой, в районе 4 часов. В районе где-то 16 часов. А, навигатор нам показывал там примерно 6,5 часов езды, если я не ошибаюсь, или около 7 часов. То есть, по нашим расчетам, в 22 часа, там плюс-минус 15 минут, мы должны быть в Великих Луках. А, выехали мы через Новорижскую трассу и через Ржев едем в Великие Луки. Вот. Дорожка так себе. Честно говоря, там до Ржева идет ремонт дороги. Капитальная как бы жопа. Нас уже тормознули были за то, что мы по встречке пытались обогнать. Но благо все нормально. И, соответственно, сейчас после Ржева уже более-менее нормальная дорога, но все равно до хрена фур ездит. Так в целом. Осталось где-то час езды. Сейчас приезжаем, смотрим тачку, я надеюсь, быстро. И, соответственно, оформляемся, если все хорошо. Даст Бог, нам повезет. Так, ну что, друзья, приехали в Великие Луки. Встретились уже с ребятами. Смотрим вот этого красавчика. Влад уже раскрутил полностью, да? Да. Готов? Вот, сейчас будем проверять и смотреть, что у нас это за тачка. Но в общем и целом хочу вам сказать, что приятное впечатление вызывает. Посмотрите, какой салончик приятный. Вообще просто булочка, да? Посмотрим. Самое главное, что у нас там эндоскопия покажет. Но я думаю, что должно быть все хорошо. Мотор сухой, чистый, такой приятный, опрятный, класс. Сейчас нырнем эндоскопом. Так, ну что, эндоскопию сделали. Влад, вердикт. Все четко? Живой, да. Все четко. Вообще. Сейчас мы пойдем, почитаем компуктером. И если все окей, то все окей. Так, в целом из того, что не работает у нас, это КЛС, но мы его починим. И, соответственно, разбито лобовое. Ну так, по мелочам. Сейчас почитаем ошибочки, тоже вам расскажу, что у нас тут появилось. Так, короче, друзья, что у нас тут получается? Мультиконтурное сиденье, подушка, подкачка не работает. А в остальном, как будто бы вообще все окей. Сохраненные ошибки, но это как бы стандартная ситуация. Главное, что актуалочек нет. По двигателю у нас, соответственно, тоже. Вот, двигатель, пожалуйста, все окей. Двигатель, коробка, все четко. Пробег 123 тысячи. Сейчас еще посмотрим по блокам. Вот так вроде как ничего страшного. 4200 моточасов. Все четенько. Так, ну что, поздравляю предыдущих владельцев с продажей и Влада с покупкой, получается. Поздравляю. Вот такая вот Спасибо. История. Хорошо доехать. Спасибо огромное. Какие красавчики. Сейчас собираемся, заправляемся, потому что уже оба бака пустые, и двигаем на Москву. Вот. Всего доброго. Спасибо, спасибо огромное. Спасибо, ребят. Так, мы приехали на заправочку. Заправили полные баки сотым, естественно. И сейчас будем проводить распаковку. Потому что, ну, вот с этой историей... Во-первых, друзья, я не знаю, как вам, но мне не нравится, когда CL закатанный. Мне больше нравится, когда он аквариум. Как-то ему это больше идет, но каждому свое. Сейчас мы тут попробуем. Что у нас тут за пленочка, конечно. Возможно, будут большие проблемы. Но как будто с законом... Не хочется нам спорить. Оп! Опа! Не, вообще шик. Шикарно отходит.
Распаковка. Вот, теперь Влад будет видеть дорогу. Да? Наконец-то, потому что это невозможно. Сейчас вторую можно сдирать. Пошла распаковка. Братан, придержи. Победа! Вперед на Москву! Итак, друзья, у нас первая остановочка по пути. Мы приехали в Ржев. И здесь вот такая вот огромная, красивая скульптура. Сейчас подойдем к ней поближе и покажем вам. Атмосферка такая. Музыка ночью играет. У нас сейчас половина третьего. Не, ну это сильно. Друзья, смотрите, огромная стена с фамилиями погибших людей, которые защищали Родину. Помните, друзья, помните, что наш народ прошел. Это очень, очень важно, и нельзя ни в коем случае это забывать. Ну что, друзья, посетили этот чудесный мемориал и продолжаем движение дальше. Следующая наша остановочка, я думаю, это будет Волоколамск. Погнали. Времечко 5 часов утра. До Москвы осталось совсем немножко. Влад, ты как? Нормально. Прекрасно. Как говорится, что было за кадром, остается за кадром. Все правильно. Итак, друзья, мы находимся в сервисе AMG-77 и теперь начинаем проводить ряд работ для подготовки к продаже этого красивого, белого, шикарного, последнего из Магикан CL63 AMG. Соответственно, что я придумал? Обновить фары, мы их уже сняли и отправили ребятам в Light Lab Moscow. Второе, что меня очень сильно бесило, в машине стояла метка, и из-за нее не всегда она заводилась. Соответственно, было принято решение полностью выдрать вот эту вот историю. И для того, чтобы ее выдрать, казалось бы, все могло быть очень просто. Но пойдем, Влад, покажем нашим зрителям, что у нас здесь происходит. А происходит у нас здесь полный разбор передней консоли, соответственно, со всеми вытекающими. И, соответственно, конечно, это немножечко наши планы подсбивает. Но, тем не менее... Все, как говорится, для клиентов. Дальше, что еще я хочу сделать. Руль в родном окрасе, но из-за того, что его в детейлинге очень сильно упорно терли, протерли до, прям вот стерли краску, осталась только кожа. Хочется обновить, хочется, чтобы оно выглядело красиво. Соответственно, этот вариант нам тоже не подходит. Мы его будем перекрашивать и, как говорится, доводить салон до состояния идеального. Вот, в целом, поменяем тормозные колодки. Сделаем ТОшечку и... ну и тонировку еще останется снять. И, в принципе, машина будет готова к продаже. Погнали! Очередной день. Леха у нас уже крутит здесь вовсю. Колодочки меняем. Сегодня придут фары. Фары, покажем вам. И, соответственно, машина будет практически готова к продаже. Мы выкинули из нее нахрен сигналку, точнее метку, которая мешала нам жить спокойно. Останется сделать химчистку салона. И лобовое забыл сказать. Тоже меняем в четверг. Вот, и все. Завершаем удаление тонировки. Итак, дорогие друзья, настал этот чудесный момент. Белый CL63 готов к продаже. На нем мы провели ряд работ. Соответственно, в Light Lab Moscow мы восстановили фары. Полная реставрация. Спасибо ребятам, ссылку оставлю в описании. В AMG-77 мы заменили тормозные колодки. Мы сделали полную химчистку салона. Удалили тонировку со стекол, потому что на CL, ну, как-то это выглядит, ну, так себе. Потому что задние стекла, когда опускаются, вернее, передние вы опускаете, а задние остаются. Тоже сомнительно это выглядит, удаляем. И, соответственно,
родной руль, у нее стоит родная кожа, все было четко, красиво. Единственное, в процессе химчистки до нас кто-то стер верхнюю краску, да, то есть в целом руль в хорошем состоянии, но была стерта верхняя краска, соответственно, открасили, все восстановили в идеал. Влад, можешь подойти, давай покажем нашим дорогим подписчикам, какая у нас в салоне теперь красота. Белый на кремовом салоне, ну, выглядит достаточно, на мой взгляд, интересно. Сочно интересно, и, допустим, в каком-нибудь Сочи эта машина летом будет смотреться просто изумительно. В очень хорошем состоянии машина. В целом, вижу цену за эту красотку в районе 2,7 миллиона рублей. На сегодняшний день, если вы откроете Авито, Дром, Автору, любой из этих сервисов, и посмотрите, в каком состоянии за эту цену продаются машины, я думаю, что вот в таком маловероятно, что вы что-то найдете. Бывают, они, конечно, выскакивают время от времени, но, опять-таки, все очень на тоненького, да, то есть нужно ехать сравнивать эту машину там с какой-нибудь похожей и уже, как говорится, выбирать для себя лучший вариант. Мы цену никогда за машину не гнем и, соответственно, за свою работу отвечаем полностью. Поэтому, друзья, кому интересен данный автомобиль, возможно, конечно, на момент выхода этого ролика он уже будет продан, но если он не будет продан, то ссылочка на Telegram вот здесь вот, название канала, обязательно переходите. Ну и также в описании тоже добавлю для быстрого вашего перехода. На этом, друзья, заканчиваем. Спасибо большое за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока!